약간 리액티브에서 선물을 들어가라. 우선 맨 에코노미카 소프트웨어 비즈니스. Урматту мекендештер, урматту кыргыз авиациянын кызматкерлери, сиздерди бүгүнкү баарыбызды кубандырган жакшы окуя менен куттуктайм. Бүгүн биз өзүбүздүн каражат менен жарандар үчүн учакты сатып алып жатабыз. Буюрса бул биринчиси, бир айдан кийин экинчисин да күтүп атабыз. Келерки жылдын майында үчүнчүсү келет. Ошо жылдын аягына чейин Манас Самудинович төртүнчү самолетту алып келген атат. Ошентип ички каттамдардын баарын биз өзүбүздүн жарандарыбызга эң ыңгайлуу, анан коопсуздук боюнча биринчи орунда турган самолетто менен камсыз кылабыз. Азыркы мезгилде биздин мамлекет мурдагыдан кыйла жогору деңгээлге көтөрүлдү. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичке президенттин өзүн тейлеген учакты жаңылаганга жетише алдык. МЧСке 2 тиг учак сатып алганга жетиштик. Биз ушуну менен эле катар бир топ автотранспортту көп министрликтерге жана ведомстволорго алып келдик. Бүт тармактардын баарын модернизация жасоого жетишип баратабыз. Энерговооружённость деген түшүнүк бар. Ошо ар бир секторда экономиканын, ошо энерговооружённостун биз көтөрүп, баарын күрөк менен эле ар бир жүгүрүп жүрө бербестен, ошо болгон азыркы кубаттуу механизмдердин баарына камсыз кылып бергенибизди көрүп атасыздар. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, 1-2-3 күн мурун Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин 100 жылдык мааракесинин алкагында министрликтин аймактык түзүмдөрүнө биз, райондук башкармалыктарына 60 автомашина тартуладык. Ошондой эле жакында ички иштер министрлиги 100 жылдыгынын өзүндө быйыл юбилейин отмечать эткенде 100 Chevrolet маркасындагы машиналарды биз бердик. Бул автомашиналардын көбү жана Париж Олимпиадасында дагы урматтуу биздин карындаштарыбыз, биздин балбандарыбыз, балдарыбыз отурат, аларга дагы тартуулаганга үлгүрдүк. Бул автомобилдердин баары жасаган Тулпар Моторс Кыргызстандагы ишканабыз буларды чыгарды. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить прибытие в Кыргызстан нового воздушного судна авиакомпании «Осман Airlines», самолета «Бомбардьер» Q-400. Сегодняшний факт, а также обновление автотранспорта во многих министерствах и ведомствах свидетельствует о процессе модернизации в экономике нашей страны. Откровенно скажу, что мне, как автору книги о модернизации экономики, очень приятно видеть эти процессы модернизации и очень почетно быть участником этих процессов. Процесс модернизации будет продолжаться дальше, и это станет существенным фактором увеличения экономической мощи нашей страны. Последние 3 года особенно выделяются на фоне 30 лет независимости нашей страны. Мы добились больших успехов в экономике, что отражается в макроэкономических показателях, росте ВВП, уменьшении нелегальной экономики, увеличении ресурсов государственного бюджета. Нам удалось, и многие граждане практически все так и не заметили, что мы в прошлом году заплатили огромную сумму внешнего долга, почти 500 миллионов долларов. Ранее такая сумма была для нас неподъемная. И были очень большие опасения по поводу выплаты долгов путем передачи наших активов. И все это есть результат работы команды профессионалов нашего президента, уважаемого Садыра Нургожоевича. В этот же период международный аэропорт Манас достиг небывалых успехов. Если в 2019 году, перед ковидный период, самая большая прибыль, которую получила эта компания, составляла 2 миллиарда 108 миллионов сомов, то уже в 2023 году чистая прибыль составила более 6 миллиардов сомов. Как вы знаете, по сегодняшней конституции уважаемый Садыр Нургожоевич является не только главой государства, но и главой исполнительной ветви власти. Многие стратегические объекты и предприятия, в том числе и аэропорт Манас, находятся под его пристальным наблюдением. Инвестиционная активность в 2023 году составила более 5 миллиардов
368 миллионов сомов, что позволило выкупить на собственные средства этой авиакомпании. Мы с разрешения парламента и президента всю прибыль оставили для модернизации самой авиакомпании. И это позволило им уже выкупить два самолета авиакомпании «Осман Airlines», «Бомбардир Q-400». Третий уже тоже контракт заключен, как я ранее говорил, четвертый мы ожидаем к концу следующего года. До этого был выкуплен еще один самолет «Beechcraft Kincaid 360» и авиакомпания «RKG» на сегодня успешно на нем осуществляет свои полеты. Помимо этого удалось добиться устойчивого роста пассажиропотока на внутренних и международных воздушных линиях. В 2023 году общий пассажиропоток составил 5 миллионов 609 тысяч пассажиров. Динамика роста обслуживаемых пассажиров в аэропорту Кыргызстана за период с 2021 по 2023 год на уровне роста 41%, с 3,98 миллионов до 5,6 миллионов пассажиров. Кроме этого, на сегодняшний день на эти собственные средства международного аэропорта Манас реконструированы региональные аэропорты Каракол, Казарман, Кербен, Талас и Нарын. Теперь мы имеем возможность открытия новых рейсов в региональные аэропорты страны. Также прорабатывается вопрос строительства нового международного аэропорта Джалабадской области. Уважаемым президентом поставлена задача перед Кабинетом министров о модернизации аэропортов Манас, Ош и о строительстве нового аэропорта в Джалабадской области. Буквально на днях мы, наверное, приступим к подписанию инвестиционного соглашения. Объем инвестиций предполагаемый 1 200 000 000 долларов. Обновление аэропортов, несомненно, поспособствует увеличению числа рейсов, расширению географии полетов, что положительно скажется на экономическом и туристическом потенциале наших регионов. Бомбардир Q-400 от канадского производителя. Ближнемагистральный самолет, способный взять на борт до 80 пассажиров и перевести их на расстояние до 2000 километров. Как вы сами видите, этот самолет – это современная, надежная и экономичная, что самое важное, экономичное воздушное судно, которое подходит идеально для наших горных условий. Самолет способен эффективно выполнять рейсы на короткие расстояния, что делает его бесспорно удобным для полетов между городами и регионами нашей страны. Кроме того, экономичность эксплуатации этого самолета позволит нам предлагать более доступные тарифы, что сделает авиаперевозки более привлекательным для большинства граждан нашей страны. Урматту мекендештер, жогоруда айтылгандай ушул учактарды колдонуу менен алыскы жолдор жакын болот. Азыркыга чейин алысты жакын кылган кыз деп бир аталарыбыз айтып жүрсө, экинчисинде алысты жакын кылган сотко болду деп айтып калышты. Эми азыр болсо алысты жакын кылган Осман Airlines авиакомпаниясы деп ишенимдүү айтсак болот. Анткени бул компания көп жылдан бери жабылып калган авиарейстерди кайра ачып жатат. Буюрса билеттери дагы андай деле өтө кымбат болбойт. Бүгүнкү күндө президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич арканды алыс таштап, чоң максаттарга умтулуу зарыл экенин белгилеп, Осман Airlines улуттук авиакомпаниясы эл аралык авиа рынокко чыгуусу жөнүндө тапшырма берди. Мына азырда сиздер менен чогуу отурганда мен ушу тапшырманы авиакомпаниянын президенти Манас Мудиновичке, сиздердин коллективке айтып атам. Жакын караларда биз Boeing, Airbus дагы бөлөк чоң компаниялардын самолеттерин учактарында Кыргызстанга алып келип, эл аралыктагы авиаперевозкалардын эң жигердүү катышуучусу болушубуз ыктымал. Анткени 2030 жылга чейин биз ички дүңк продукциябыздын көлөмүн 30 миллиард доллар болсун деп атабыз. Ал эми 2050 жылы 200 миллиард доллардын тегерегинде болуп, биз дагы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз деген чоң дымактуу пландарыбыз бар. Алардын баарын ушундай жакшынакай комфортабелдүү самолеттер менен алыскы жерлерге барып келүү менен, анан биздин жарандардын баары Кыргызстанда жашап, бүт дүйнө жүзүндө иштегенге дагы шартты түзмөйүнчө мындай чоң цифраларды биз турмушка ашыра албайбыз. Бул учактын келиши көптөгөн адамдардын жана уюмдардын аракетинин натыйжасы.
бул ишке катышкандардын баарына ыраазычылык билдирем. Урматтуу Манас Самудинович, сизге, сиздин коллективге, ушу өкмөт жаман менеджер. Өкмөт башкарган компаниянын бар банкрот деген сөздү жокко чыгарып, мына 3 жыл катары менен киреше алып, ушундай татнакай учактарды алып, элдин мүлкүн, өкмөттүн мүлкүн таза ниет болсо, таза ой болсо, ушундай чоң кирешелер менен кызмат кылаарын далилдегениңиз үчүн сизге да, сиздин коллективиңиздерге дагы чоң ыраазычылык. Биздин мамлекеттин жарандарына жана бул учактын бардык потенциалдуу жүргүнчүлөрүнө жолуңар шыдар болсун, аба жолдор ачык болсун деген ак тилегимди айтамын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.